Авария произошла примерно в 7 утра на автотрассе Р-256 в районе железнодорожного вокзала Бердска. Как отмечают очевидцы, пытаясь уйти от столкновения, автомашина Toyota Highlander, зацепив Волгу и Nissan, перевернулась. В искореженном автомобиле оказались зажатыми пассажиры. Им на помощь пришли спасатели МЧС. Специалисты оперативно отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить возможности возгорания электропроводки. Все работы по спасению людей заняли чуть более получаса. Пострадавших передали бригаде скорой помощи для дальнейшего осмотра. Всего в аварии пострадали 4 человека, в том числе 5-летний ребенок. Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причину ДТП и его виновника.